Аллилуйя! Слава Богу, братья и сестры! Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю! Приветствую всех, благословляю, да, именем сладчайшего нашего Господа. В молитве «Живая Церковь живого Бога», да. Это тема наших молитв на протяжении этого года. Я снова и снова обращаюсь ко всем, наипаче к православным христианам, а наипаче, да, нашей Киевской архиепископии, Реформаторской православной церкви, Христа Спасителя, да, всем святым и верным Божьим чадам, а наипаче священнослужителям, да, обращаюсь, молимся о пробуждении православной церкви и всего, конечно, христианства, не только православных ветвей, всего мирового христианства. Молимся, потому что действительно наш Бог жив, живой Бог, и церковь Его живая. Аминь. Так что, да, друзья, присоединяйтесь к этой молитве, вот, и Бог нам в помощь в этом, да, потому что без Него мы ничего не можем сделать, и молитва – это общение с Ним, это разговор, это действительно, да, великое таинство, таинство величайшее, Бог и человек, Творец и Творение в таком единении происходит действительно вот это блаженное общение с любящим Отцом, нашим Творцом, Небесный наш Отец, Папочка, Бог, Ава, Отче. Это изнутри просто естества вырывается человеческого, когда Бог поселяется в наших сердцах, это естественным становится нашим состоянием. И даже каждый верующий, независимо от своей конфессии, деноминации, кто переживал, это переживает, констатирует факт того, что вот все, что было до встречи с Ним и до Его поселения в нас, до восстановления, нашего возвращения к Нему, до нашего покаяния, да, до нашего возрождения свыше, до нашего принятия Христа Спасителем, Господом Своим, единственным Своим, неповторимым, любимым Своим, до того, как мы влюбились в Него, до того, как мы приняли Его любовь, знаете ли, все было как понарошку, не по-настоящему, не по-правдушному. А вот по-правдушному уже с Ним, уже в Нем, уже действительно, да, в Его любви. Вот это правдушное единение, молитва – это общение с Ним. Это разговор с Ним, это общение, живое общение с живым Богом. И в этом есть действительно тайна живой церкви. Церковь оживает, ну как и каждый член церкви в отдельности, каждый отдельно верующий на своем индивидуальном уровне это переживает, так и на уровне там, поместных церквей, там, конфессий, деноминаций, многих ветвей там, христианства, да, оживление происходило в истории церкви, мы это видим, да. У наших братьев-протестантов много было пробуждений, слава Богу. У наших братьев-католиков много было пробуждений тоже. Харизматическое пробуждение современное, очень такое оживление, очень сильное, да, слава Богу. А в православии пока еще у нас очень слабо с этим, да. Были попытки реформ некоторых, обновлений, но нам нужно быть действительно живой церковью. Живой церковью в общении с живым Богом. Хотя в православии всегда были отцы, братья, да, вот те, которые действительно, да, возрожденные, действительно, да, вот наполнены Божьим Духом Святым, да, знающие живого Бога не понаслышкам, да, не по словам чужим, а лично, лицом к лицу, да, слава Богу за всех светлых людей, как говорится, да, в православии, да, что были и ныне есть. Вот молюсь о пробуждении, духовном, большом, сильном пробуждении там, да, и призываю вас всех, да, присоединяйтесь к этой молитве. Вот, я думаю, что в эти дни, как раз предпасхальные такие, да, мы снова и снова, да, будем так вот и трансляции проводить такие. Я буду подключаться и совместные, даст Бог, совместные с нашими епископами, с нашими, да, епископ Иоанном, да, Зураб, да, значит, с епископом Кифой, да, Петром, да, с епископом Павлом, обязательно тоже, да, даст Бог, с Богданом. Да, только нужна помощь, конечно, с переводом с румынского. Вот, с нашими служителями теперь уже и в Бразилии, вот, и в Румынии, и в Грузии, да, значит, в разных странах, да, слава Богу, в Израиле. И тех православных епископов, священнослужителей, которые... Может быть, они не входят в нашу архиепископию, но в круге общения, ближайшего такого общения. Такие в основном не канонические, такие православные, да, второканонические, как еще называют, да, альтернативные православные. Да, слава Богу.
старого обряда, нового обряда. Кстати, здесь вот в эти дни тоже уже два раза, две встречи было у меня со старообрядцами, по крайней мере, ну, один более-менее практикующий, ну, одним словом, с теми, кто действительно себя относит к православным старых обрядов, старообрядчи, староверии, да. Пусть Бог благословит наших братьев-старообрядцев, да, наших братьев-старых обрядов, да, и наших братьев-новых обрядов, всех нас там, Никониан благословит, пусть Бог пробудит, да, действительно, да, и всех-всех-всех, независимо от наших там, в православии тоже множество разных очень течений, всяких ветвей, да, больших, малых, всяких канонических, неканонических, там, второканонических, вот, дохалкидонских всяких там, вот, в Африке, допустим, африканских, этих, да, древних, индосирийских там. Да, слава Богу, пусть Господь благословит. Да, слава Богу Святому. Благословляю всех вас, дети Божьи, и вот, конечно, да, в этом живом общении, я снова и снова в этом послании сегодняшнем говорю о живом общении с живым Богом. Молитва – это разговор с Ним, это общение, живое общение с Ним, с живым Богом. Во имя Иисуса Христа, да, Отец Небесный, мы говорим, да, и это действительно Папа, Ава, Ава, Папа, Папочка, да, любимый, Он самый-самый-пресамый-самый умный, самый сильный, самый красивый, самый-самый-самый во всей Вселенной, да, и ничто и никто не сравнится с Ним, да, действительно, да, слушайте, это прекрасно, это величественно, и человек восходит к Богу, да, Бог нисходит к человеку, и Бог снизошел к человеку, чтобы человек восшел к Богу, да, отцы древности говорили, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Восстановилось это блаженное единство, но на уже совершенно ином уровне, да. Даже не то, что было тогда, 6 тысяч лет назад, без малого, да, во времена нашего праотца Адама и нашей праматери Евы. Да, слава Богу, благословляю всех вас, возлюбленные. И вот пусть это восстановится богоцентричность, да, и в каждом из нас, да, в каждом христианине, да, в каждом православном христианине, и в каждом христианине, там, католическом, протестантском, да, пусть восстановится богоцентричность это и христоцентричность. Потому узнают все, что мы действительно Его, да, любовь, когда мы действительно принимаем и живем в этой любви, то и любовь между нами, да, действительно, да, вот в этом, в этой любви. Потому что мы не сами по себе не есть источник этой любви, а Он. И в этом общении мы принимаем эту божественную любовь, и уже не я живу, а живет Он, Христос, уже не я, а Бог живет уже. А что живу во плоти, то живу лишь верою в Сына Божьего и Его любовью, двигаюсь и существую, живу. Да, слава Богу, я и Отец одно. Сегодня этим живем мы, миллионы-миллионы верующих, да, разных конфессий, деноминаций, в этом блаженном единении с Богом, единстве с Творцом, с нашим Отцом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Мир всем вам, друзья, братья и сестры.